Всем приветики, с вами снова я, и сегодня я хочу вам показать, как приготовить тин для губ в домашних условиях. Для приготовления нам понадобится клей, баночка, зубочистка и пищевой краситель. Вот у меня такой вот, из 5 цветов. Вы можете взять просто одного цвета, разницы в принципе нету. Вот такие вот цвета у меня, но я выберу тот, который самый красный, вот этот вот. Далее берем клей, выливаем в нашу баночку. Вот я вылила столько. Разницы нет, сколько вы будете выливать. И насыпаем туда пищевой краситель. Красителя насыпать надо столько, какой интенсивности цвета вы хотите добиться. В процессе, кстати, можно корректировать. Если вам цвета недостаточно, вы можете досыпать. И все это надо будет перемешать. Взяла пищевой краситель, вот я его насыпаю сюда. Примерно столько я насыпала. Если мне недостаточно будет этого красителя, то я добавлю еще. Кстати, хочу предупредить, что я не знаю, насколько вреден этот тин для губ. Поэтому, если у вас какая-то индивидуальная непереносимость или вы аллергичны, то я вам его не советую. Ну, хотя, в принципе, мне он нравится, я им пользуюсь, и никаких нареканий у меня нету. Сейчас я все это перемешаю зубочисткой. Вот, перемешала я зубочисткой, получился у меня вот такой вот бордово-алый цвет. Теперь я нанесу его на губы и покажу, как он действует. Нанесла тин для губ на губы, теперь буду ждать, пока он высохнет. Позже вернусь к вам. Кстати, что еще хочу сказать, пока тин для губ сохнет, наносила его я ватной палочкой. Просто мне так удобнее, отмывать не надо, палочку после использования выбросил и все. Что еще хочу сказать, когда будете наносить тин для губ, надо его наносить толстым слоем. Наверное, меня видно. Прям очень-очень толстым слоем. Я наносила его в несколько слоев. Он начинает немножечко подсыхать. Я накрасила еще и еще и еще. То есть несколько слоев, пока вы не достигнете желаемого результата. Также, когда будете красить губы этим тинтом, старайтесь не выходить за контур. Ровненько делать, иначе потом вы его просто не сможете смыть. Так, прошло 10 минут, и тин для губ немножечко подсох. Полностью он у меня пленочкой не снимается, как должен. Но в шарике скатывается, поэтому я его ватной палочкой обратной стороной немножечко скатаю. И то есть тем самым уберу с губ. Вот он собрался вот такой вот пленочкой. Также собралась нижней губы. Вот это все лишнее. Когда ватной палочкой вы собрали все содержимое, как вы думаете, надо будет после этого пройтись ватным диском, потому что все равно остатки немножечко остаются. Вот, в принципе, и все. Я собрала все, что было лишнее. Немножечко остался оттенок на губах, даже не немножечко, а яркий оттенок на губах. Ну, не такой яркий, как до этого, когда была нанесена помада на губы, то есть этот тинт. Вот, а так, в принципе, оттеночек остается нормальный. Помада держится до 8 часов и не оставляет следов на других предметах. То есть, вот, смотрите, я провела руками, руки абсолютно чистыми. Целую руку, и все чисто. Поэтому помада довольно-таки стойкая, но если намочить водой, конечно же, помада будет оставлять след. Как я сказала, помада примерно держится на губах 8 часов, и в течение дня немножечко вы ее все равно съедите, и она исчерпает себя. На этом у меня все. Надеюсь, вам понравилось мое видео. Ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал. Спасибо за просмотр. Всех целую, всем пока!